Скоро юбилей, 60 лет стукнет. Хочу сделать ей хороший подарок, чтобы она ахнула, чтобы все вокруг ахнули. Не знаю, что купить. Денег не жалко. Для кого, кого, а для нее не жалко. Бриллиант хотел подарить. Она в возрасте уже. Зачем ей бриллиант? Кого заманивать? Кого хотела, заманила уже. Сковородку подарить, чтобы без масла жарить на одной воде. Есть такие. Хорошая вещь. Я ей на прошлом юбилей подарил. Две штуки у нее. А третья сковородка зачем? Может, костюм красивый подарить? Это вещь. И если пойти куда, и так он все время висит. Сердце радует. Но хочется сюрпризом, а не так, чтобы ее в магазин тащить. Сюрпризом можно с размером не угадать. Так-то на ощупь я ее размеры знаю. А чтобы костюм купить, не знаю. Купишь, а он не налезет на нее. Или будет болтаться, как на чучеле. Скорее всего, не налезет. Уже что-то старое ничего не налезает на нее. Цветов купить? А? Роз красных. 60 штук. Почем они? Ну, неважно. Денег не жалко. Красота какая получится. Через неделю выбросишь все. Тоже не дело. Пальто осеннее. Вот хорошая вещь. Она сама себе купила. Молодец. Зимой можно свитер поддевать. Весной на голое тело. И ничего ему с носу не будет. Плохо, когда денег много, да? Нету денег и покупать нечего. А тут мучишься. В лоб спросил ее, скажи, ради бога, что тебе хочется? Она, отстань. Лучше купи себе новую электробритву. А то стыдно с тобой идти рядом. Ну, пошутил так. Вроде пошутил, а? Вот проблема, да, с подарком. Геморрой в чистом виде. Шубу чуть не купил. Хорошо наука помешала. Говорит, идет потепление климата. Полюса, что ли, меняются местами. Может, через 100 лет у нас жара будет, как в Африке. И куда тогда с этой шубой? Людям на смех. Может, мясорубку электрическую? А? Точно, мясорубку. Вот. Надоумил Господь все-таки. Что она вручную крутит и крутит в ее годы? Трудно уже. В ее годы вообще мясо уже вредно. Купишь, только навредишь. Я же не враг ей, а муж ее. Какой геморрой, хуже во 100 крат. 100 геморроев сразу. А я тоже уже в возрасте. Думаешь, что купить? Голова распухла. Палки купить для скандинавской ходьбы? Нормально. Врачи советуют. У нас уже полдома с палками ходят. Хромают. Можно дорогие палки купить, денег не жалко. Но хочется, чтобы все обзавидовались, а тут. Ну, еще одна вышла с палками. Че ахать-то? Не с костылями же. Нижнее белье купить, вот что. Дорогое, чтобы все шелковое и с кружевами, чтобы снимать не хотелось. Наделай и не снимай от бани до бани. Ахать некому. Показаться можно только мне одному. Получится, что сам себе подарок сделал. Тогда уж лучше электробритву ей подарить. Она хоть сама говорила, что хорошо бы электробритву. Геморрой лучше, чем лучше подарка. Поболел и прошел.
Получается, прости Господи, что лучший подарок – это геморрой. Вот так. И деньги есть, а ничего не сделаешь. Вот оно что. Дать деньгами. Сейчас многие так делают. Дают деньгами, и все проблемы. Покупай сама себе, что хочешь. Осенило вдруг. Жалился Господь надо мной. Сколько дать? 1000? 10? 100? Да, 100 000. Люди спросят, что тебе муж подарил на юбилей? Покажи. И ей каждый раз показывай всем 100 000. Убьют и не заметишь кто. Еще скажут, муж нарочно так подстроил. От греха подальше, правда, подарите ей, как она сама очень уж просила, электробритву. И она ахнет, и все вокруг ахнут.